При установке автомагнитолы первый вопрос, который возникает на комплектации стандарт. Куда же идут у нас провода от аудиоподготовки? Так как в комплектации стандарт уже штатно идет аудиоподготовка. Также я объясню, если у вас вообще нету аудиоподготовки, если у вас не Лада Гранта, а какая-нибудь другая машина, как подсоединять провода и динамики. Вот что мы видим. Здесь у нас антенна отсутствует, я покажу, куда она идет. И вот такие вот у нас провода. Данный разъем у нас отвечает за питание магнитолы. Вот этот разъем у нас отвечает за динамики. Куда идут, нас интересуют вот эти провода. А идут они вот сюда вот. Вот где руль, снизу. Открываем крышку предохранителей. Открывается она просто. Сверху тянем. Отстегиваем замок багажника. Смотрим внизу. У нас есть два блока. Серый и черный. Находится прямо под предохранителями. Вот который черный блок. Вот в него и идут провода у нас аудиоподготовки. Провода идут только доверху, а вот сюда они уже не проходят. Поэтому вам надо либо здесь покупать фишки, вставлять вот в эту, и вот отсюда вести по динамикам, либо сверху просто вытащить провода. Для этого мы открываем фишку, нажимаем здесь защелки, чтобы вытащить данный блок. Блок вылазит. Вот он, блок. И здесь смотрим, вот где широкая бабушка, здесь идут ряды проводов. Как будет видно. Вот первый ряд, вот второй ряд, вот третий ряд, вот четвертый, который ряд, и пятый. Четвертый, пятый ряды, они как раз-то и отвечают за динамики. Это те провода, которые у нас идут от автомагнитолы. Я их уже здесь оторвал. И прямо вот отсюда я поведу к динамикам. Вот не эти провода. У нас получается 8 проводов. После чего, как мы оторвали, фишку можем вставить на место. И застегивать.